Можемо. Важка гра. Скажімо так, досить важка, хороша дуже команда, досить добре захищається. В них по сезону практично 60, чому вони впорались. 25 наших втрат, і я вважаю, привели до поразки. Зробили би менше, була б, я і так думаю, досить була цікава гра. Боротьби було багато, ми виграли, в принципі, щит, але сьогодні це правило не спрацювало. Хто виграє щит, той виграє гру. Ми програли, готуємося, не здаємось, готуємося на матч-відповідь. Будемо грати, все ж таки виграли сьогодні дві четверті. В такої команди це досить добре, і виграли підбор. Це в принципі, радує. Не забили свої м'ячі, знову ж таки, зробили багато, дуже багато втрат, які не вимушені, ну, не потрібні, в принципі. А так будемо готуватися, настроюватися і давати бій в Кривому Розі. Дякую вам. Ой. Що б сказати? Наверное, не донастроились чуть-чуть, плюс... Чуть-чуть? Может, дорога сказалась. Ребята думали, что приедут. Все-таки высшая лига. Думали, будет легкая прогулка. Ваши пацаны уперлись, показали характер, забили хорошие мячи. Хорошо, что выиграли, но все равно недовольны результатом. Не донастроились колоссально. Проиграли подбор. Вообще отношение к этой игре меня очень сильно расстроило, о чем был длинный разговор в раздевалке. Я надеюсь, что это была последняя такая несконцентрированная игра наша в этом чемпионате. По крайней мере, если такие будут повторяться, будут урок-выводы. Я и предупредил ребят об этом. К каждой игре надо относиться как к последней и чего-то добиваться. Зная о том, что ты все равно рано или поздно выиграешь, это не в кривбас. Здесь другие цели и задачи. Отдаю должное вашей команде. Молодцы. С желанием. Не уступили в борьбе, выиграли подборы, и было непросто. Я имею очень много претензий к целому ряду своих игроков, а за ваших просто рад, хороший уровень игры. Спасибо.